Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня у нас на очереди инди-хоррор под названием Пульс. Фобия. Боязнь пульса, что ли? Не знаю, как это правильно перевести. То есть человек боится, когда... Блять! Человек боится, когда у него бьется сердце. Передвижение мув, shift, run, хуян. На-на-на. Отлично. Нет, я понял. Да, давайте, продолжаем. Я не хочу на стрелке управлять. А где это я? Что это за место? Не знаю, чувак, я вижу черный экран, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, например. И что? Как тут на что-то нажимать надо? Я нажал на пробел, например. А, вот, все, игра пошла. Нихуя себе. Что-то Ой, фонарик есть у нас, отлично. Так, резкость мышки мы убавим. Нет, маленько прибавим. Во, вот так вот будет. Так, а почему-то... Блять, на эти кнопки сраные управлять, что ли, на... Ой, как это неудобно, короче. Нихуя себе матрас. Я когда-то, когда переехал на квартиру, я также жил, представляете? У меня был такой же, короче, стол почти. И вот так же я, блядь, спал на полу на матрасе. Это охуенно. И матрас у меня, кстати, такой же. А, они сами открываются? Отлично. Блядь, это что за повторение 7 дней, я не понимаю. В 7 Days такая же, по-моему, хуйня. Не понял сейчас, а что везде одно и то же? Блядь, какие-то гастарбайтеры, что ли, живут? У них везде одно и то же, а типовые комнаты, или это, может, детский лагерь какой, или что это? Непонятно пока ничего, и я уже практически заблудился здесь. Ну, хорошо, хоть двери сами открываются, и... То есть, где открытая дверь, значит, мы там уже были, и нам там делать нехуя. Замечательно. А, какая цель в этой игре, ребятки? Я не знаю здесь... Блядь! Ебать, блядь, жалоба на сна, я ж... Отбил, короче, коленку об стол только что я. Вы, наверное, видели, как дернулась камера. Я не хотел. Так, ключ надо принести к матрасу. Из матраса сделать дырку. Из дырки сделать какие-то кресты и какой-то вентилятор. Мы что тут, блядь, будем добывать энергию, что ли? Или что? Я что-то не понял сейчас немножечко. Это что? Так, ответ. Ответ — это вентилятор или ромашка, или дырка в матрасе, или что? Что это такое? Так, ну чувак пошел сюда, я, значит, туда не пойду, потому что там чувак. Я лучше пойду вот сюда куда-нибудь. А, дверь закрыта. Нихуя себе, здесь есть закрытые двери. Отлично, ключ! Хорош! А, пикапит кей. Так, ну, это к той двери, я понял, отлично, хорошо. Так, главное не обосраться сейчас опять этого ебаного Виндиго. Кто смотрел «Сверхъестественное», тот в курсе, кто такой Виндиго, потому что он очень был похож на него, если честно. Так, ключ. А нахуй я сюда вышел? Ну, так, пойдем прогуляемся, что ли, куда-нибудь? Я что-то только что слышал. Это от меня такой звук идет, или что? Это бесконечный лес или нет? Я не хочу бродить, ёпты мать, по бесконечным лесам. Я хочу, чтобы впереди меня оказался забор хотя бы, и типа ограниченная территория, потому что... О! Ха-ха! Ха-ха-ха, блядь! А вот вам, пожалуйста, и забор. Нет, что-то некрасиво. Так, а как тут повернуться на 180 градусов? Пойдемте-ка зайдем в дом. Что-то мне не внушает доверие этот безобразный лесок. Хотя деревья ничего себе такие ухоженные. Может быть, здесь есть садовник какой-то, который с ножницами ходит, их постригает. Но это неплохо. Но мы с вами вернемся в дом, потому что в доме как-то... А, вот она. В доме как-то безопаснее, наверное. Я лучше схожу еще раз в ту дверь, куда пошел этот... Эй! Как бы запусти меня, что ли, назад? Хорошо, ладно. Я не знаю, ребятки, как вам это объяснить, но какого хуя управлять надо на стрелочке, а бегать на левый shift? У меня ни хера не такой длинный мизинец, чтобы дотянуться до той кнопки, потому что правая рука занята мышкой, вы представляете? Трейтер. Что такое трейтер? Я не знаю, что это такое. Надеюсь, это ничего опасного нам не значит, там трейтер, это же не трицератопс какой-нибудь или что-нибудь подобное. Бля, я не знаю, ребят, как серьезно я буду убегать и придется ли мне вообще отсюда убегать. Вот ты, бля, что-то во рту застряло. Почему ты застрял? Фу-фу-фу, тихо. Главное, чтобы не появился опять этот длинный козел и не напугал меня, потому что я не хочу, чтобы он меня напугал. Так, я прогулялся вокруг дома, что ли, да? Теперь надо зайти назад. Но меня не пускают назад, вы представляете? Что мне теперь делать? Гулять около забора, около того? Или что? Вот, отлично, конец забора. Ну, давайте прогуляемся возле забора. Возможно, как-то нам это что-то даст, например. И еще найдем какую-нибудь записку, на которой будет написано
Хирейтер. То есть мы нашли записку с надписью трейтер, мы найдем записку с надписью хирейтер. По-моему, просто классно. Ривито и рифма есть, и поржать над чем есть. Ха-ха, охуенно. Рейтер-хейтер. Представляете, как много рифм к слову трейтер. Что я здесь хожу-брожу? Ничего не понимаю. Зачем мне так было сделано вообще? А? Ребятки? Какой смысл в этой игре? Кто мне ее посоветовал? Почему я должен был именно ее пройти, хотя здесь ничего не... Оу-оу-оу, записки, Слендер, ёпта, привет! Здорово! Гроб плюс бубны равно женская сумка. 4 женских сумки равно выход. Чё, блядь? Или это 4 записки надо найти, что ли? 4 записки равно выход или что? Потому что женская сумка очень похожа была на висячую записку. Ну, давайте тогда искать записки. Вот, смотрите, что-то валяется. Что это такое? Не, это... Piece of wood. Какой-то писавуд. Пис это мир, а вуд это дерево. Мир дерево, представляете? Есть такое дерево, мир дерево? Наверное, есть. А может это реклама какого-то магазина, там, мир дерево на Дерибасовской, заходите к нам, у нас есть все виды деревьев, какие вам нужны. Это в основном для слендеров, магазин узкоспециализированный, то есть слендер покупает деревья, развешивает на них записки, и все заебись. Так, мне осталось еще найти 4. Ой, 2, в смысле. 2 из 4 я нашел, 2 из 4 осталось, хорошо. Блять, как все здесь плохо-то спрятано-то. Тарарарой, ну где же вы? Бубны! Бубны, где вы? А какие козыри-то у нас? Бубны, крести? За кого играть-то вообще? Какие карты собирать, какие коллекционировать, какие оставлять на погоны, блять? Я немножко не понимаю. Как бегать-то я, ребятки? Наш шифт на это не хочет бежать. Или хочет? Нет, не хочет, представляете? А до того я не дотянусь, вот что хотите, делайте. А на ВАСД... Ой, включи фонарик. На ВАСД он не... Вот, смотрите. Да, он серьезно... Ты чё? Блядь, беги! Я не хочу поворачиваться, но придется. Сука, кто так сказал сейчас? Ай, убать, дерево, ебать. Где еще куски деревьев? Неужто они на той стороне? На той стороне ничего не было. Там просто прогулялся вокруг дома и ничего не было. Точно. Значит, их надо искать где-то здесь. Значит, мы их здесь и будем искать. В чем проблема-то? Ну, я почему-то их не вижу. То есть, 2-то я нашел очень быстро, а 2 еще где-то от меня очень культурно спрятали, блядь. Очень прям вообще их незаметно. Вот! Блядь! Ёбаный в рот, бля! Нихуя себе! Ой, блядь! Фу, блядь! Очки, очки, тихо, отпотейте, отпотейте! Подождите, сейчас не время! Не время запотевать, я же нихуя не увижу! Фу, блядь, так инвалидом можно остаться, я вам серьезно... Вот, нет! А, это кусты! Фу, блядь, фу! Фу, я не знаю, где еще можно найти этот сраный трасн. Кусочек дерева, где ты, маленький мой кусочек дерева? Ну покажись, пожалуйста, я же найду тебя. Все равно я тебя в конце концов найду, и ты будешь благодарить меня, что я тебя нашел. И мы выберемся, мы заберемся обратно в дом. Бля, я в этом просто уверен. Фу, вот это нихуя себе измена сейчас у меня была. Нельзя же так резко пугать-то. Мои любимые скримеры, как же я их люблю и как же я их боюсь, блядь. Ну нельзя, ну... Инди-хорроры, они должны быть просто, блядь, забиты скримерами, я вам серьезно говорю. Потому что не может обычный человек, один человек, создать инди-игру с охуенно страшной атмосферой. Не бывает такого. А если вы знаете такие инди-игры, в которых просто реально сделал там один какой-то человек, и в которых атмосфера, что аж ляжки обдрищешь и трусы 7 раз постираешь, то, пожалуйста, скиньте мне ссылку на эту игру, я ее пройду. Но нет, в таких играх надо пугать скримерами. Собственно, это мы только что с вами увидели, и нам всем это очень понравилось. Я надеюсь, что вам это понравилось, потому что я визжал, блядь, от души, и я просто охуел, серьезно. Я думал, там будет просто гулять мужик, но нет, нихуя там не просто мужик гуляет. Тут еще и скример меня ждал. Это просто охуенчик. А, блять, все, я все деревья потерял. Давайте прямо посередине леса побродим.
В принципе, ты что там? Где дом? Вон я вижу забор. Да, бля, здесь со всех сторон забор. А дом я уже потерял. А еще я потерял скример. Ой, в смысле скример? Я ориентацию уже потерял в этом пространстве. Бля, где кусочек дерева-то еще? Вот я нашел дом. Ну, хоть так. А может быть я уже 4 собрал, нет? Не, нихуя, пока не 4 собрал. Собрал, блядь! Собрал! У, блядь! Смотрите, короче, приколитесь, чего? Эти, короче, 4 кусочка надо было, оказывается, сюда, что ли, куда-то положить? Или что, я так понял? Деревья какие-то торчат странные. Где? А, вот еще одна. Вот! Что-то, короче, где-то открылось. А, написано. А что где открылось, я не в курсах. Может быть, это... Открылось что-то в доме. Дверь, наверное, скорее всего, открылась. Поэтому пойдемте найдем быстренько дом. Потому что еще одного скримера я не выдержу. А дело все в том, что я хотел нажать на паузу в этой игре. Вы представляете, нажал эскейп, а нахуяк и вышло. И все, делов-то взяла просто. И вышла из игры эта игра. И пришлось, сука, по новой все проходить. Искать эти сраные древеса, блядь. Плакат я здесь искал 1.5 часа, наверное, ходил. Заблудился в этом лесу. Я уже разделил его на сектора, то есть на квадраты поделил. Ходил от дерева к дереву и все смотрел нормально. Но нет, представ... Да ты че, ну смеешься, что ли? Как это не выход, если это должен быть выход? Что-то где-то открылось. Ну вот теперь я понимаю, что-то где-то надо точно по забору искать. Сейчас мы это, значит, с вами по-любому найдем, потому что я этот лес уже знаю наизусть. Я каждому дереву уже дал свое имя. То есть, собственно, у меня здесь Анжела Валентиновна вот стоит. Это, знакомьтесь, Настенька. А вот это вот Антон Петрович. Мы вообще с ними как бы нормально общаемся. То есть они мне подсказывали, типа, иди сюда. Они рассказали мне легенду про эту девку, что типа эта девка просто немалость ебанутая, и поэтому она ходит, пугает людей по лесу. На самом деле это просто маленькая соседская глупая бабушка, которая давно увлекается какой-то хуйней, любит красить себе лицо белыми красками, акварелью. Собственно, из-за этого у нее очень много морщин по сравнению с обычными бабками, потому что очень пиздец, как краска эта сушит ее лицо. И, собственно, поэтому... Так, здесь я начинал свое путешествие к тому месту, которое где-то что-то открылось, но вот сюда я, по-моему, не ходил. Давайте посмотрим здесь. Так что не стоит бояться эту бабульку, ничего опасного она из себя не представляет, она просто, ну, дурная бабка. Ну, а, вож, ёпту ж мать, ха-ха, отлично, нашел, заходим. Фонарик. Блять, опять... Опять коридоры, ёбаный в рот. Нихуя ж себе, тут как все запутано-то. Я ж тут вообще заблужусь, короче. А, нет, я их сейчас все аккуратненько переоткрываю, и все будет понятно. А вы беспокоились. Тут все просто квадратненько сделано. Чисто комбики, ромбики, румбики. И все, и ничего опасного, страшного здесь нет. Обычные туннели, по которым надо походить и немножко повизжать. Потому что где-то по-любому должен быть скример какой-то неадекватный, который выведет меня из себя и просто подарит мне еще небольшую копну, так сказать, седых волос. Потому что, скорее всего, их уже будет просто очень дохуище. Собственно, после таких игр-то так оно обычно и бывает. Либо сердце останавливается, либо голова белеет, либо люди сходят с ума, их потом забирают врачи, они им рассказывают, что не надо, не надо меня брать, у меня тут тайный ритуал по вызову Слендера, он нас всех заберет и всех убьет. Да, обычно это так и бывает. Так, ну в этой половине мы с вами ничего интересного не нашли, поэтому идем назад. Как он охуенно отбивает этот ритм. Чуваки, вам нравится? Так, еще есть возможность ходить вперед, но мы пойдем пока по этой стороне обследуем. То есть, где-то здесь есть какое-то семя. Семя это, как это называется, блядь? Короче, где-то есть семя благоразумия. Я не знаю как. Воу, воу, я же говорю, записка. Отлично. И что это значит?
Туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет или что? Я не очень разбираюсь в этих надписях. Давайте найдем еще одну записку, в которой будет более понятно написано, что же нам надо делать. Там наверняка было сказано, что не ходи вперед, иначе твоя жопа там немало отгребет. Неистово прям будет жжать жутчайший батхерт. И все это на слово нёрд. Я не знаю, кто такой нёрд или нерд. Кто это такой, ребятки? Напишите мне в комментариях, потому что я не разбираюсь в англоязычных словах. Да и вообще, как вы успели заметить, с английским у меня все хуй. Чего? She brought you here. Браут. Что такое браут? Она брать будет меня здесь? Она меня возьмет здесь или что? Или она браут? Браут. Что это значит, блядь? Что означают эти английские слова? Это третья или вторая форма неправильного глагола. А вот какого глагола хуй его знает? Ладно, хорошо, пойдем. Пойдемте теперь в центральную часть. Там наверняка будет всех страшнее, потому что... Так оно заложено, вот всегда тот путь, который вперед, он самый сложный, самый опасный и самый страшный, но он самый, так сказать, правильный. Поэтому идем спокойненько вперед. Ёб твою мать, ты колотня, ты чё делаешь-то, ну зачем? Ой, блядь. Фу, нахуй. The door is locked. Фу, понятно, давайте искать какой-нибудь ключ. А-а-а, хороша, блядь. Хороша, игруля. Так, пойдемте сюда. Я не буду ходить. Вот он, отлично, ключ, заебись. Все, идем назад. Я же знал, что не надо туда ходить. Там по-любому нас из всякой этой ебалы ждет какая-нибудь тупая записка, которая нам нахуй не нужна. Я и так все понимаю, что... Как? Куда я? Что-то не понимаю. А, вот сюда идти. Все, сейчас мы откроем дверь и выберемся нахуй из этого злополучного места. Игра закончится, и все будет заебись. И мы Вот честно вам скажу, ребятушки, честно признаюсь, сука, страшно. Я понимаю, что сейчас будет скример, но к этому нельзя быть готовым, потому что здесь нарисована какая-то ебучая пентаграмма, все в крови, меня ждет одна лишь единственная записка и дверь, которая по-любому заперта. Поэтому давайте сначала попробуем пройти в дверь, а потом возьмем за... Нет, да нахули тут? Ты от судьбы не идешь как бы... Sacrifice. Forever life sacrifice. Че это значит, блядь? Я что-то ничего не понимаю. Блядь, беги, 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 беги! Беги! Есть! Сука, ты проиграла! Нет, блядь, нет, она не проиграла. Но зато я отсюда выбрался. Вроде как. Да конечно, еще давайте мне тут музыку, блядь, вставьте. Чтобы ебаный ютубчик опять определил, что я ебучая барыга. Что я какая-нибудь ебу... Привет, ты кто? Что я, короче, нет! Бежим отсюда нахуй! Все, вот, верное решение это пройти сюда. Нихуя! Нам надо к той бабе. Она сейчас нам расскажет, что... Чувак, я на самом деле довольно-таки хорошая женщина. Я просто сошла с ума, меня посадили в эту психушку и пиздец. Ты это хочешь мне сказать? А, don't worry, Кевин. Не беспокойся, Кевин, она мне говорит. Окей, я не буду. И что? Это не твоя вина, не твой фаулт, а ты не касса этого инцидента. Я люблю и я всегда любила тебя. И что? И это не здесь. Я не здесь, она говорит. Блять, меня это радует. Я всегда была с тобой. А кто ты? Always всегда с тобой. А, учи... Русский язык и свои страхи. Не уходи, не бойся своих фобий, они тебя что-то инвайт. А ты не будешь с твоей стороны навсегда. Я люблю тебя. Ну отлично, а зачем было меня так пугать, если ты меня любишь, подруга? Бля, это еще не конец. Да ёб твою мать, вы что делаете-то? О, выход, бля. Так, она вот здесь стояла, да? А это что такое? Матрас. Фу, блять, выход.
Какая страшная рожа! О, смотрите, как у меня все мурашки, вся рука в мурашках. Смотрите, если видно, что-нибудь будет. Прям, блядь, волосище дыбом стоят, я хуй его знает. Школьная, школа Кевина. Я ничего не вижу, блядь, на этом белом фоне. Школа Кевина. А что ты... Что-то школа... А? Кевин? Бля, я не вижу там ничего, ребятки. О, бля, ебать, светло. Хорош, мы идем назад, короче, в дом. У нас же там осталась еще одна открытая дверь. Ой, точнее, закрытая дверь, это я помню. Вот, сука, напихали скримеров-то, а? Вот это молодцы. Кто это сделал, ребятки, вам вообще? Респектуха, уважуха, все дела, как бы. Купленов вообще вам, блядь, говорит спасибасы, пацаны. Так, идем по забору. По забору мы не ошибемся, куда-нибудь все равно сейчас попадем. Фу, вот это игруля, блядь. Вот это хорошо, прям красота. Отвечаю, прям, мах, замечательная игрушка. Игрушка. Во, отлично, я нашел, вот здесь это есть. А, бля, это нихуя не тот двор, представляете? Она поет про Кевина. Кевин, говорит, сдается с утра. Кевин, give up in the morning. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что я тут брожу? Мне что надо сделать-то вообще? Еще какую-нибудь картинку найти, что ли, или как? Эй! Дайте подсказочку, товарищи! Так, мне, может, сюда куда-то надо пробраться. Во, дом! Все, нашел! Ха-ха! Дом, заебись! А зачем он мне? Где дверь? Как войти в этот злоебучий дом? Девочка, спой мне еще раз. Ты, у тебя очень красивый голосок. Я ненавижу такие голоса, я их очень сильно боюсь. Кевин тебе сейчас пиздец придет. Кевин, Кевин и Кевин. Так, я здесь уже был. А, хорошо, давайте повнимательнее посмотрим по заборчикам. А, не будем ничего упускать из виду, то есть я контролирую две стены. И посередке здесь будет либо висеть записка какая-то, либо еще что-то. В прошлый раз я куда пошел? Я свернул туда? Хорошо, теперь я не буду сворачивать. Теперь я пойду по прямой. На голос, так сказать. На голос этой девчушки. И что-нибудь найду. Девчушка, это от слова чушка. Девочка-чума. Она что-то хочет мне, наверное, страшное со мной сотворить или сделать, или что-то типа того. Но я ей не дам, потому что кто она такая, нахуй, чтобы делать со мной что-то страшное? Она никто. Ей не светит ничего со мной сделать страшного, я вам серьезно говорю. О! Бля! А, бля, я думал опять кубики надо собирать. А это не кубики, нихуя. Показалось мне, представляете? Показалось, что корень дерева это куб. Корень зла. О! Отлично, нашел что-то. Ключ! В рот тебя ебуч. А к чему этот ключ-то? Я ни одной двери не видел на этой локации. Так, ну теперь, я так понимаю, нам надо идти куда-то в центр карты, и там будет где-то дверь в дом. Потому что дом я видел там на карте. Сейчас мы его быстренько обнаружим, зайдем туда, и игра закончится в конце-то концов. Потому что сколько уже можно-то? Столько скримеров на один квадратный сантиметр. Вот, отлично, все, я что-то нашел. Теперь я не буду упускать эту хуйню из виду и буду идти по ней. Потому что дверь, она может находиться только в кирпичах. Вот может быть здесь вот как-то войти сюда. В кирпичную, блядь, дверь. А, это тоже дверь, представляю. Нихуя себе, тоже дверь. Хорош. Так, а тогда давайте пойдем вот по этой стене. Просто пойдем по этой стене, и в конце концов мы с вами найдем какую-нибудь дверь. Я даже, наверное, нажму shift и побегу. Он бежит? Нет? Да, он бежит немножечко. Но это неудобно, нихуя. Та-ра-ра-ра. Беги, чувак. А, это что, проход? Во, смотрите-ка, отлично, я нашел дырку. Заебись. Вот, нарисован ключ. Ключ нужен сюда. Здесь какие-то парты. Это школа, что ли, какая-то бывшая или что это? Я слышу какие-то звуки. Какие-то девчушки кричат. Это, наверное, какая-нибудь бывшая женская, это, училище. Это не страшно. Так, ответ — это ключ. Ответ — это ключ. Ответ — это ключ. Ответ — это ключ. А где вопрос? На что надо ответить? The answer is okay. Ты подобрал ответный ключ.
и бессмертный, бессмертный, она здесь, она здесь, она здесь. Бессмертный, бессмертный, она здесь, она здесь. Проклятие всегда, проклятие, хуятие, что-то, что такое. Ай, бля! Блядь, этот спидор! Блядь, куда идти-то? Вот, выход! Нет, это не работает. Вот еще выход. Блядь, тоже не работает. Хорошо, сейчас мы выберемся отсюда по-любому. Блядь, как много здесь дверей. Хватит пиздеть. О, отлично, записка. А она ждет для тебя, чтобы 10 лет, в конце концов, ты вернулся, и сейчас ритуал будет окончен. Твоя судьба, это наша, она была сделана. Пришел один из нас навсегда. Вот и все. Привет. А почему я не могу ходить? А почему у меня тускнеет в глазах? И фонарик у меня не работает. Что делать-то? Чуваки! Зитхай, ёпта, вы живы, нет? И чё? На-ла-ла-ла-ла! Это не страшно. Фонарь. Нет, не работает. Конец игры. Все, ребятушки, можно спокойно выдохнуть, посмотреть на то, как я охуенно пугался. Бля, это отличная игра. Спасибо вам, ребята, то, что посоветовали. У меня что-то сердце закололо, блядь. Создатель Cocoa's Night, музыка и спрайты Google YouTube, кино, тьма, проклятие и один пропущенный звонок. Использовались, походу, в этой хуйне. Специальное спасибо к Сунгнауну 2 и какому-то хуйне. Короче, все, ребятки, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, и сверху вон там в аннотациях есть плейлист, не забывайте на него нажать, чтобы посмотреть остальные хорроры, или зайти на канал, там есть внизу в самом плейлисте, там их дохуя игр всяких можно, и поржать нормально вообще. Все, ребятки, всем пока, до встречи в следующих видео, всех жду на канале, всех пока.